Да, 69, пожалуйста, в Хивском районе Республики а Дагестан. внутренняя отбивка еще не делала. Вот этот вот дядя купил. Где купили? Я каркас купил в Минводе, здесь я собрал Волковский двигатель, все УАЗовское, ходовые. Пожалуйста, в Минводах купил каркас, здесь собрал в Хивском районе. Только что проезжали, увидели, как машина эта заезжает во двор, остановились. Вот такая вот интересная вещь. Да. Волковский двигатель только 5000, 300 или 700 на колесе стоит, подписчика. Я прямо на этом Махачкале с базе. Волговский двигатель. Такой вот движок. Чик-чик работает. Чик-чик работает, да? Как часы. Да. Да вот внутренняя обилка не могу, никак времени нет. Каркас в Минводах купили, да. Еще разобрал, отвез дербент, песковстолик, все почистил. Это клей еще я новый достал. Там раздатка, вот здесь передок. Гнилой был, вот это, вот здесь. Железку поменял, ну лист. А так все сделал, все короче. Вот такие вот машины в Дагестане. Интересно, почему? Ретро, раритет. Надо. Пол оборот. На холодный двигатель она здесь стояла с утра.